Участие в профильной смене приняли молодые семьи, проживающие на территории города Бердска. 13 семей разделились на 5 команд. Здесь проходят всякие тренинги, психолог вот у нас был, потом еще один психолог. Мы эфирные масла, то есть нам рассказали презентацию эфирных масел. Очень понравилось, очень даже довольны и прям даже попробовали на себе, то есть эксперимент провели. Вот, детям здесь раздолье, то есть и купаться можно, и поиграть в настольные игры. Ну, то есть не пожалели, что пришли. Тем более погода сегодня располагает быть на природе. В программе смены прошли спортивные соревнования, тренинги с дипломированными психологами, различные игры, интеллектуальные и творческие этапы. У нас было очень интересно и весело. Мы играли с родителями, с детьми, метафорические карты. Нам все рассказали, ничего не утаили. Ваши впечатления вообще? Ну, я думаю, что сказочная погода создала отличное настроение всем. Команда молодых специалистов на высоте. Наши старички, уже такие любимые наши специалисты центра, тоже всегда радуют мастерством и программами, каждый раз удивляют. Поэтому у всех отличное настроение и все довольны. Для детей были организованы шоу мыльных пузырей, квест и увлекательные мастер-классы. Команды-победители получили в подарок аэрогриль, мультиварку и кофемашину. Остальные участники – наборы посуды и канцелярию.